Если вы хотите подобрать себе какое-то устройство и при этом сэкономить деньги, то в этом случае вам поможет многофункциональный сервис e-каталог. Здесь не продают товары, а помогают выбрать наиболее выгодное предложение. На сайте присутствует возможность фильтрации товаров, также можно сравнивать выбранные товары. E-каталог покажет все характеристики, отзывы, фотографии, даже видео. E-каталог – это ваш консультант правильных интернет-покупок. Ссылка в описании. Привет, дорогие зрители, я нахожусь на своем основном аккаунте. Я не знаю, когда вы смотрите этот видос, потому что после этого видоса я пойду апать кубки на стрим. Возможно, на моем аккаунте уже 5200, кто был на стриме. Возможно, я из будущего, знаете. Но я еще не в курсе, я взял 5200 или нет. На стриме, наверное, узнаю. А может, я вообще не стримил. Хызы, короче. В общем, видос выйдет просто, наверное, раньше. Короче, не суть. Я хочу последний раз поиграть Темным Принцем. И, кстати, это тоже, наверное, выйдет в момент того, когда изменить баланс. Я еще играю до того. Я играю какого числа? Я играю 23 числа, а изменение баланса 24. Короче, поиграю последний раз Темным Принцем. Очень жаль, что его фиксят, потому что я играю големом с двумя принцами, с гигантом с двумя принцами, да и не прокачанный у меня, мне нравится эта связка. Я согласен с большинством, что достало одно и то же, все используют двух принцев, надо немножко как-то эту ситуацию менять. Но, честно, так сильно его резать, это жестко, мне кажется, он будет овощем, хотя хз, посмотрим. Короче, мне кажется, что лучше бы пофиксили там мартиру какую-то, элиток чуть-чуть порезали. Вот ставьте лайк, если согласны, вот. Пожалуйста, если вы, мы с вами единомышленники, то подписывайтесь на канал, ставьте, я тоже считаю элиток за шкварами, да, вот так вот. Ладно, поехали. Поехали в бой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Последняя игра с Темным Принцем. Да, завтра я уже вряд ли буду с ним играть. Не знаю, что, хотя посмотрим, посмотрим, возможно, чем-то его можно будет заменить, я не знаю. Ой, заменить, возможно, он будет еще играбелен. Посмотрим, хрен его знает. Но мне кажется, это последний день. Последний день. Так. Давайте закидываем Темного Принца. Хорошая карта. Блин, не знаю. Я прокачал принцев до 8 уровня. Мне реально понравилось с ними играть. Я помню эру Пека плюс 2 принца. Это было шикарные, шикарные времена. Но на то время меня бомбило, потому что я не мог играть Пека 2 принцами. Они мне не были прокачаны. Ну, блин, связка-то прикольная. Зап. Спасибо. За что спасибо, братан? Пожалуйста. Так, поехали. Гигант. А, там гоблинская бочка, да? Это спеллбейт? Это спеллбейт, окей. Палач. Ладно. Ладно. Такс. Знаете что? Мне вместо ледяного духа не хватает торнадо тут. Вот рили. Торнадо бы сюда, в эту деку. Вау, громовержец. Но, давай, грома убить, отлично, теперь палача убить. Давай, ты сможешь, мой родной, молодец. Так, ледяный дух, сливаем его, сливаем ледяного духа. Тут темный принц, давай, принц, пошел. Я тебя просто сливаю. Ох ты ж, блин, гоблинскую бочку приходится дефать. Ха, он ее забросил, короче, не туда. Ну, то есть мне легко ее задефать было. Давай, принц, тычку, плиз. Угу. Ладно, ставим гиганта. Палач, гром, торнадо. Блин, бесит. Бесит, пацаны, бесит. Надо, наверное, ядом накрывать сейчас. Так, пошел у нас обычный принц. Здесь у нас залетает ледяной дух. Хорошая игра. Спасибо, братан, спасибо. Спасибо, что похвалил меня. Мне очень приятно. Забрасываем яд. Естественно, там атака, наверное, не пройдет. Вот голем плюс два принца получше у меня заходит. По той причине, что... Оу, май гад. Так, ну я нормально сейчас сделал. Вроде как. Вроде как. Так, сейчас надо ядом накрыть. Ядом накрываем. Где будут... Поехали. Так. Где будет банда? Банда. Вот она, банда. Зап, срочно, быстрее, зап, что-нибудь надо быстрее. Оп, 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 оп. Так, не, пока не заходит. Пока не заходит что-то. Это не колода с големом. Так, я знал, что будет бревно, поэтому я выбросил банду сдалека.
Ох, господи, а как же ты его затащить? Что-то он меня подбешивает со своим торнадо. Вот, блин, с големом я бы его вообще... Без ша... Ух ты, блин. Ух ты, блин. Ух ты, какой. Ух ты, какой. О, он слил, короче, этот. Бревно, только, походу, бесполезно. Фак. Палач мешает, жесть. Так, так. Хорошо. Вроде дефаем. Пока что. Пока что вроде дефаем, но что-то, знаете, ну не то. Не то пальто, надо с големом играть. С големом я вообще профи. Вот, ну реально, я вот чувствую, что с големом бы я его выиграл вообще, без шансов. Но он бы ничего не сделал. Или, не, стоп, знаете что? Нет, тут дело не в големе. Тут дело вот в чем. Вот реально не хватает вот этой фишки. Вот этой фишки тут не хватает. Я вам отвечаю. Вот это все из-за этого. Вот ледяной дух тут вообще не в кассу. Я не знаю, зачем я его взял. Этого духа ледяного. Вот. Ну, хотя перебор, конечно, 3 спыла. Надо было вместо Пойзена взять. Ну, да ладно. Ладно. Так. Опа, гик с краю карты. Мы тоже так сделаем. Мне кажется, это тоже этот гигант 2 принца. А поехали сделаем вот так. Вот так поехали сделаем. Так, что там? Принц будет? Давай, я знаю, что ты с принцом играешь, но с чем? Нет, рыцарь. Вау. Интересно. Так, гигант пошел урон. А что ж такое? Кладбище, что ли? Так. Ух ты, я думал, мне когда палец соскользнул, я думал, что все, я неправильно сделал. И гиганта не перетащу. Повезло, как так... Все-таки зацепил торнадо. Торнадо тоже это последний день. Торнадо уже пофиксили. Я не знаю, когда вы смотрите ролик. Возможно, уже на момент изменения баланса. Так, сейчас будут 3 миньона. Че, как... Или эти... Да, 3 миньона. Как бы их... Как бы его обмануть? Окей. Окей. Поехали так. Попробуем. Я не знаю, что сейчас... Да не, ждем. Сейчас гиганта смысла нет подкидывать. Можно было бы накрыть ядом. Зап. Да, если бы я там накрыл, было бы шикарно. Так, я тоже запну его миньонов, потому что мне надо как-то прокрутить деку. Эх, изы. Прокручиваем колоду. И ставим гиганта у краю. С краю мостика. О, спарки, норм. Смотрите, как я угадал с высадкой гиганта. Ну все, это GG. Можешь прощаться с вышкой. Если пойдешь на all-in, то я тебя на трешку заберу. Лох. Так, зап мы не сливаем. Мы оставим ее на спарке, зап. Хорошо. Зап. Ну, спарки все равно жахнет один раз. Потому что спарки ж бафнули когда-то. Но это правильно. Спарки хреновая легендарка. Хотя, не, нормальная. Но не такая популярная, как остальные. Так, ладно. Пойдем ва-банк. Что нам делать? Так, у нас есть торнадо. У нас есть, ну, все абсолютно. Есть только вот... Надо сейчас все сделать грамотно. Ордамух контрится Пойзеном. Ордамух контрится Пойзеном. Так, тут 3 миньона. 3 миньона. Даже если он не заберет башню. Стрелы, окей. 26 секунд, ну хз. Может и забрать. Я не знаю, стоит дефать или не стоит. Зап. Не, наверное, не стоило бы дефать. Так, ну тут дефать надо, иначе GG, пацаны. Иначе GG. Так, поехали, поехали. Поехали. Пойзен успел? Он не выбросил, короче, этот орду мух, вы представляете? Давайте с помощью торнадо. Еще тыку. Отлично. Так. Так, дефаем, дефаем. Пытаемся задефать, точнее. Так, давай, выстрели, спарки, выстрели, отлично. Отлично, выстрелила спарки. Так. Угу. Ну, поехали, последний заход. Последний заход. У меня торнадо есть. У меня есть торнадо, он, наверное, не в курсе. Так, кто быстрее? Я победил! Фух! Это было жарко. Это было жарко. Сколько мы каточек с вами сыграли? Это, наверное,
я не знаю, давайте последний бой. Не знаю, ничья, победа и еще одна катка. Две мы сыграли, да, с вами? Ладно, поехали. 13 уровень нам подбирается. Так, ну что. Против Спарки на самом деле нелегко с големами, с гигантом играть. Вот с Хогом, да. С големами, гигантом нет. Окей. Окей. Чем будешь дефать? Колдун. Угу. Угу. Так, мне надо 8 элика сейчас. Мне надо сейчас 8 элика. Так, 7 есть. Так, тут банда. Так, тихо-тихо-тихо, гоблины, спасайте. Воу-воу-воу, полегче. Тихо-тихо, ой, как же я вовремя-то, а? Как же я вовремя... Тихо! Сука, все равно сделал тыку. Все равно пека сделала тыку. Ага. Угу. Слушайте, мне тут кажется, фаербол бы был получше. Да и вообще, 3 спыла тут лишние. Однозначно. Так, сборщик. Poison. Poison, окей. Па-па-пам-па-пам-па-пам. Парам-пам-пам. Надо подумать. Так. Окей, гигант пошел. Поехали. 3 миньона. Так, хорошо. 3 миньона должны убить пеку. А, ну сейчас же колдун будет, конечно же. Хотя, смотрите, пека... Ой, гигант 2 тычки сделал. Это шикарно. Это вообще и замечательно, я вам хочу сказать. Так, ну тут мы гоблинов выбросим. Тут темный принц пойдет на колдуна. Так, хорошо. Давай, родной. Ты сможешь, ты смог. Молодец. Хороший пацан. Так, поехали. Принц на принц. Так. Вот, вообще, честно... Говно колода. Вау, у него тоже принц? Не знал. Не думал, что так жестко будет. Ладно, будем ядом закидывать. А что делать? Будем ядом закидывать. Так, я понял, пека 2 принца. Ничего, завтра, ой, точнее уже сегодня принца пофиксят. И такие колоды будут все реже и реже встречаться. Так, торнадо просто. Тут просто торнадо. Тут просто зап. Так. Тут просто принц. Тут банда гоблинов. Уничтожаем по-быстрому. 1200 хп. Слушайте, еще надо как-то успеть снести. Ну, поехали. Гигант сразу. И поизон. И поизон. Ах, поизон я зря, наверное. Зап. Хотя бы тычку гигант. Еще бы одну, и вообще было бы идеально. Пу-п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 у
Угу. Просто стычки раз и нету ничего. Как это остановить, пацаны? Кто-то знает? Я без понятия. Три мухи. Тащат. Фак! Проиграл. Да ну. Пека 2 принца, естественно, задефают гиганта. Ладно, короче, это был последний ролик с принцем. Это был больше фан, чем игра на кубке, потому что, ну, я, блин, умею только одной декой с принцем играть. Это голем. С гигантом не шарю. На этом буду завершать, друзья. Пишите в комментариях, на ваше мнение, какая карта больше всего нуждается в улучшении и ухудшении. Я считаю, что надо улучшить гигантского скелета. Надо спарки чуть-чуть оживить. Я считаю, что бомбер слабая карта. Я считаю, что мега-рыцаря вы просто рипнули непонятно зачем. Нормальная была карта. Ну да, была имба, но сейчас вообще овощ. Ухудшить надо элитных варваров. Гоблинскую, вот эту варварскую бочку. Клон спелл нужно что-то с ним сделать. Рейд что-то нужно сделать. Редко используют. Башня-бомбежка, ладно, не будем трогать. Это для низких арен. Что еще? Так.
Ну, вот эту, по-моему, карту улучшат и так. Короче, я не знаю, возможно, это что-то и будут в этом обновлении бафать, но я за этим не следил, друзья, поэтому, возможно, что-то упустил. Но напишите свое мнение, на ваше мнение, что надо было бы реально вот жестко пофиксить, что вас бесит. Я думаю, что, ну, ответ очевиден. И что бафнуть. Мне будет интересно почитать. Спасибо вам за просмотр. Желаю, ребят, вам удачи, хорошего вам настроения. До новых встреч. Пока.